всем привет! Мы в Граце. Европа плац. Площадь Европы у вокзала главного. Уличная библиотека. Я уже посмотрела, интересных книг нет. Площадь Лендплац. Овощной рынок. Грац лежит в федеральной земле Штирия, Штайрмарк. Вот купила открытку. Коллекционирую открытки. Да, спасибо. Дерево на балконе. Эта дорога ведет в старый город. Кунстхаус, музей, дом искусств. А это река Мур.
Я думаю, что мост с замочком есть почти в каждом городе. Домский собор Граца. Der Grazer Dom. Здесь так тихо, что слышно тишину. Святой Агидиус. Кстати, с водой в Граце проблем нет. Много вот таких установок с питьевой водой на улицах, где можно набрать воду. Такой интересный дом. Окна, люки. Классно. Hauptplatz. Главная площадь. Thank you.
украинский флаг. Красивое здание, это похоже на ратушу. Здесь не написано нигде, что это за здание. На Hauptplatz. Турецкая колонна. Türken Säule. Бэрен Апотека. Аптека для медведей. Или медвежья аптека. Старая гарнизонная церковь Граца, гарнизон Кирхе, на улице Анненштрассе. Мостик Мурштек, это река Мур. Бурная река. Какое-то сооружение. Может быть, зайду туда попозже. А сейчас направляюсь к часовой башне. Кажется, это она.
знову все так. Башня зазвонила. В Граце очень красивый центр, много зелени. Еще и погода хорошая, хочется просто гулять по улицам. Ландерцойк Хаус, музей оружия, арсенал. Церковь Святого Антония в Краеведческом музее Граца. Церковь Святого Антония Падуанского.
церковь является свидетельницей религиозных конфликтов конца XVI, начала XVII века. Бывший монастырь капуцинов. Кто такие капуцины, можете погуглить. Франциско I, император Австрии. Или Франциско. Первый император Австрии. Грата Штирия. Дом актеров. Граца тоже солидарен с Украиной. Флаг «Нет войне». Мы с Украиной. Средневековые городские ворота, впервые упомянуты в 1346 году. Сегодняшнюю форму получили в 1566-67 годах. Это одна из достопримечательностей Граца – Доппель-Вендель-Треппе. Переводится что-то вроде «двойная лестница» или «лестница из двух витков». Тут, правда, две лестницы расходятся в две стороны. Смотрим, что дальше. Красота. Да, вот здесь лестница сходится, как бы на втором этаже. И дальше опять расходится. А, я поняла секрет, да. Здесь опять сходится окошко. Посмотрим, что дальше. Сходится, расходится. Да, вот так. Здесь такая площадка. Городской парк. Улица Шпоргасса тоже является достопримечательностью.
Граца. Вот этот торговый центр тоже есть в списке достопримечательностей. Улица Закштрассе. Зак — это мешок. Сейчас, я думаю, закрыт. Да. Такой балкончик. Тиролер Плац, или площадь Южного Тироля. Вот так украшают дома. Лепнина. Ставни. Даже между проемами лепнина. Да, эта улица так и называется Зюд Тиролер Плац. Плац — это, по идее, площадь. Эта улица плавно перетекает в улицу Анненштрассе. Я сегодня узнала, что Анненштрассе происходит от имени Анна, то есть улица Анны. Анна была супругой какого-то императора или графа, какого-то высокопоставленного лица. Какой фонтанчик. Такой маленький парк недалеко от вокзала. Кажется, я здесь уже была. Колесо. Памятник поэту Карлу Морре от современников.
Евангельская, Кройцкирхе, Крестовая церковь, Кройцкирхе. Мариенплац, площадь Марии. Это, я так понимаю, памятник Марии и Иисусу. Мариинская церковь, Мариенпфарре. Там на башне какие-то фигуры каких-то зверей. Я так понимаю, Грац разделен на округи, или на районы, как, впрочем, и Вена. Например, вот эта улица Мариенгассе относится к четвертому округу Ленд. Герб федеральной земли Штайрмарк, Штирии, к которой относится город Грац. Вот на гербе изображен то ли козел, то ли волк. Похоже на козла. Огнедышащего.